Мы в Москве на территории армянского храмового комплекса. И сегодня я хочу показать одну выставку. Очень масштабную выставку, которая проходит в музее Тапан. Пойдемте. Вот музей Тапан внизу. Вот часы работают. Приходите, изучайте. У вас есть уникальная возможность увидеть вживую картину Мартироса Сарьяна. Смотрите, какая она прекрасная. Прекрасная тоже. У кого есть желание, приходите, смотрите, пока ее не увезли. А то, может, вы такой шедевр больше не увидите. Хочу сделать небольшую рекламу и представить вам бренд одежды под Эразм, который занимается вот такими классными футболками. Ссылку оставлю в описании. Сколько я приходил в этот музей, это, наверное, первая такая масштабная выставка. Прямо, ну, работа проделана колоссально. Изучил я, значит, этой выставки, значит, этих работ, работали над ней 30 лет. И встречает нас Айк, про-отец, про-родитель армянского народа. Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Смотрите, сколько здесь работ. То есть, тут можно часами зависать и изучать. Полезно было бы. Царица Шанирам встречает Ару Прекрасного. И, кстати, Ара ей отказал. Эта царица, из-за того, что ей отказали, очень сильно разозлилась и напала на Армению. И вот как раз здесь изображено вот это вот. Это дело Ары Прекрасного. Вот такие раньше женщины были. Чтобы этот проект воплотить, были там архивы из Ватикана до Еревана, изучены историками там и так далее. Вот здесь у нас вроде Троя. Смотрим. Да, это сражение с греками под стенами Трои. Чуть-чуть знаю, видите? Здесь три прекрасных царя, вы посмотрите на их лица, это же просто. Армянская история очень богата, там столько царей и имен, что запомнить это просто нереально, мне кажется. Вот Ереван IV. Вот на этом полотне изображен царь Тигран, великий ужасный. Всеми любимый и нелюбимый. Вот посмотрите. Тут как раз отдельный портрет Тиграна Великого. Династии Ардашесида, вот этот флаг. По-любому видели вот эти потолок, вот эту звезду. Это династия армянской Ардашесиды, которые правили со 2 века до нашей эры, до 1. И как раз Тигран, правитель, Тигран Великий, получил свое название, потому что завоевал очень много земель, как вы слышали, от моря до моря. Вот на этом огромном полотне изображен армянский царь Хосров и византийский император Аркадий. Как раз здесь изображены события. Там у них какие-то, в общем, терки были, и на 20 лет посадили нашего царя. Вот. Но потом, кстати, он вышел и снова стал царем. Его титул вернули. Да, молодцы художники, конечно. Кстати, очень на Тиграна похож, может, его родственник. А, да, сын Тиграна II и его жены Клеопатры. Второй же похож на нас, смотри какой. Ну и корону унаследовал, молодец. Вот чуть-чуть разбавим армянских царей. Вот здесь дочь армянского царя, Санатрука, если правильно говорю. И как раз здесь вроде Фадей, тоже очень влиятельный человек того времени. Он вроде требовал, что они должны отречься от христианства и из-за отказа он ее, получается, под стражу убил. Она была первой покровительницей армянской церкви, христианской уже. Это полотно очень колоритное, и здесь нет никаких обозначений. И, как я понял, здесь может быть даже Тигран, а это римляне. Ну, потому что здесь форма римская. И вот это вот в знаках Римской империи символ. Ну и орлы вот эти все римские. В общем,
Почему у них какие-то снова терки там? Вот на этом холсте изображена армянская царица Ашхен. Кстати, прекрасное имя. Не знаю, почему наши армяне не называются дочек Ашхен. Это Ястердадом. Шикарно выглядит тогда. Смотрите, как его лунный. Реально царские волосы, как лев выглядит. Ну и цвета гамма даже шикарно, если честно. Тардат третий. Пойдем дальше. На этих двух картинах Тардат первый и Агар пятый. Самбат Баградуни коронует Арташеса. Вот у них коронуют они друг друга. Здесь тоже какой-то наш Ашар первый. Не какой-то, а великий. Потому что был царь Великой Армении в 1935 году. Хосров третий. Да, локон у него шикарный, конечно. Может, мне тоже отрастить чеки? Как вы думаете, напишите в комментариях, стоит мне отрастить, как у него локон? Это кто у нас такой воинственный? Тиран. Царь Великой Армении, тиран. Вот. Нормально будет заряжен. На этой картине изображен Хосров II из династии Аршатуни. Кто-то прозадарил, наверное, об этом говорит. Или нормально, мы прошли. И вот еще одно полотно. Здесь уже какая-то битва. Кого-то. Аршат третий. Ну да, богатые люди, да. Цари как-никак. Здесь у нас, смотри, кто изображен. Арабская встреча царя Аршата с полководцем Растаматом. Ну, трагически, наверное, потому что они убили друг друга, я не знаю, что будет. Вот тоже какая-то битва здесь изображена. Кто это? Вообще не знаю, на охоте они вроде что-то такое делают. Бьются, дерутся. Шикарная работа. Вот еще одна наша красавица. Армянская царица Парадзен. Вот так его изображает художник. Это персидский царь Аршат, коронует своего брата. Вот такая огромная картина. Даже так коронную картину снимал. Здесь вот изображена тоже битва. Уже смотрите, вот это вот ребята азиаты. Царь Тардат рубит мечом царя Барсилов Педриона. Ну, вот видите, такие лица у них изображены. Вот, это, наверное, что-то из этого ига, нашествие там кого-то. Я вам не силен в этом, если честно, кого-то там чуть-чуть разбираюсь. Вот, убитый горем Хэтун. В общем, человек помер от горя. Там у них вон трагедия какая-то происходит. И обратите внимание, вот тут уже статуя Тиграна Великого, то есть он, ну и вправду был великий, что даже вот у царя. Такая статуя есть. У нас здесь Хосров IV, царь Великой Армении. Хмурый, серьезный дядька. И сразу же еще одно полотно. Ну, смотри, как это стрелялся прикольно. Это коронация Ливона Первого Великого. Армянских прям таких известных цариц вроде 5 было. Вот одна из них забыли.
Забыл, точнее, петлянка узнала. Вот гранат появляется у нас силу. Вот смотри, здесь уже у нас видишь Кибийское царство, потому что вот эти вот львы появляются, это символ Киликии, армянского царства, которое сейчас находится в Турции. Вот видите, вот эти львы, это символ Киликийского царства. Ну и вот эти второй символ. Вот тоже прекрасно. Девушка, царица, сатаник. А вот Арам, первый, великий. Меня тоже зовут Арам. И как раз основатель вот этого бренда я, Арам. Не царь, правда, но растем. И у всех знатоков, наверное, возник вопрос, почему я Ашота не показал. Вот Ашот III. Очень серьезный царь был. Бегум III, Сымбат II, Сымбат вообще здоровый, тренируется, наверное. Бегум VI, Аббас I. В общем, очень объемный получился на самом деле выпуск, потому что я не ожидал, что здесь столько картин и столько царей. Армянская история нереально богата. И представляете, это все, что на нас дошло. А представляете, сколько всего до нас не дошло? Там еще есть картины, я просто это не могу уже показать. Реально перебор, я устал. Так что пишите в комментариях, как вам такой выпуск. Приходите, посмотрите это вживую. Изучайте историю, читайте книжки, развивайтесь. Понятно.